Друзья, привет! Мы сегодня в Баварии. Это Альгой, немецкие Альпы. И вот за моей спиной гора Грюнтен. Сейчас мы на нее полезем. Где-то часов 5 у нас займет подъем, там немножко побыть и спуск. Ну, вот так вот мы планируем на 5 часов. Вообще, Вольган говорит, что это так, гора для пионеров, для начинающих. И нормально это люди на горы повыше залезают. Но тут тоже, вот смотрите, я прям уже в нетерпении посмотреть, что же там будет на вершине. Все-таки мы залезем выше облаков, видите? Вот так вот, 1700 метров. Ну а сейчас я вам предлагаю осмотреть окрестности. Здесь колоритно, атмосферно, красиво. Типичная Бавария. Деревянные домики, поля зеленые. Ну и немецкая речь. Прикольно.